Добрый день, уважаемые друзья, прочие личности, всем, кто смотрит это видео. Что сегодня делаем? Прошиваем телефон C6. Здесь у меня, видите, в уголку. Принесли мне древнегреческий телефон. 100 лет я уже их не шил, думал, уже умерли они все. Нет, живая зараза оказались. Телефон не включается вообще. Попробуем сейчас прошить. Прошивку я взял вот эту на Алноке, называется оператор какой-то или разработчик это. Вот, вот она прошивочка, вот она и скриншоты, как это должно все будет выглядеть. Красивенько, да? Скачал я ее, в общем, эту прошивочку. Также, что у нас должно на компьютере быть установлено? Nokia Suite желательно, вот она здесь. Для чего? Для того, что в ней драйвера есть для установки. Кабельные драйвера. Если отдельно не хотите качать, проще вот эту программу установить и все. Дальше. Программа JAV. Вот она у меня. Ну и желательно Phoenix. Сегодня будем шить JAV-ом. Вот такие телефончики предпочитаю шить JAV-ом. Так. Ничего не готовился. Принесли. Скачал я прошивку. Сейчас на ваших глазах я посмотрю, можно ли ее сделать. Вот эта прошивочка. Запускаем. Вот, внимание, смотрите. Вот сюда, на низ, видите? У кого 32-битная система, тот может просто извлекать. У кого 64-битная система, идем по пути, смотрим. Диск C, программные файлы, не 86, да? А просто программ-файл. Ищем папку Nokia. Вот она у нас. Дальше идем в папку Phoenix. О, вообще-то отмена, погодите. А мы сейчас глянем, где у нас, я уже сам забыл. Так. А нет, все правильно, ничего не делаем. Вот сюда мы будем извлекать по этому пути. Все, тогда так и оставляйте. Это раньше делал, сейчас, видать, они устанавливаются сразу же территорию 32-битную. Ну все, извлекаем. Да, имейте в виду, сейчас еще раз покажу, что на диске C вот у вас. Так, Nokia, где у нас Nokia? Phoenix. И продукт. Вот этот путь, имейте в виду, чтобы у вас был создан каталог. Вот такой. Вот сюда будем прошивочку нашу закидывать. Если у вас не создал этот путь, ручками его создаем. Хотя программа Phoenix, вот эта, если вы ее установите, она сама каталог этот прописывает. Если JAV просто установите, этого каталога не будет, придется вам ручками это все писать. Все, извлекаем. Так, извлекли. Дальше что? Делаем. Запускаем программу JAV. Можно от имени администратора, можно так, без разницы. Версия JAV у меня не знаю какая. Скачал первую попавшуюся. Они все шьют хорошо. Неважно. Все, переходим на вкладочку VB5. Так, здесь что нам нужно? Поставить галочки. Manual Flash. Dead USB, потому что в мертвом режиме шьем, телефон у нас не включается. Дальше. Factory Reset. Ставим галочку, это у нас после прошивки форматнет, там все почистит. Так, Normal Mode снимаем галочку. Дальше. 308, здесь галочку снимаем. И User INI, выбираем наш RM. Наш RM как узнать? Или под крышкой аккумулятора посмотреть там. Или посмотреть в прошивочке наш RM. Оно вот он у нас. RM 612. Ну, может, по названию. Так, C6 ищем, где у нас пошли вот буквочки EN. C не вижу я здесь. Сейчас посмотрим. Вот он. C6, RM 612, да? Все, все лампочки загорели. Замечательно. Иногда в две лампочки горят, тоже не страшно. Тоже хорошо. Зависит от прошивки, какую вы скачаете.
Вот. Ну, две лампочки. Первая без залава должен гореть. Там ядро, еще что-то. Сейчас не помню. Так, у кого нету, опять вбивают вопросы. Файла user ini. Ну, у кого вот здесь, когда нажимаешь, личного телефона нету. Что делаем? Идем по прошивке к тему своего телефона на Nokia. Ищем тут. У каждой прошивки есть свой ini файл. В программе JAV можете скачать и в программные файлы просто берете и заменяете. В JAV, где он установлен, вот этот ini файл для своего телефона. Здесь у меня все прописано. Вот, если вы не знаете, как это делается или где брать, вообще вопрос себе поставьте, а оно вам надо, этот телефон шить? Все, дальше что мы сделаем? Дальше нам надо нажать кнопочку Flash. Он тут предупреждает, а вы тут можете телефончик свой сейчас убить. Мы говорим, конечно, соглашаемся. Да, идем, включаем телефон. Так, жмем на нашу клавишу. Что мы видим? Может, первый раз не прошиться, почему? Драйвера не установлены. Так как у меня телефон не включается, сейчас у меня будут устанавливаться драйвера. Это ничего страшного. Так и должно быть. Все, установка драйверов не установлена. Жаль. Здесь также файл не найден. Еще раз нажимаем. Соглашаемся. Еще раз жмем. Так, драйвера не найдены. Очень жаль. Очень жаль, что драйвера не найдены. Тогда запускаем программу Nokia Suitly. Что делать-то? Через него придется. В ней кабель от драйвера есть. Обычно проблем нету, если телефон у вас включается, все. Там сразу же устанавливается. У меня телефон мертвый. Не включается. Все, сейчас попробуем через него установить. Нет, не хочет. Надо, значит, мне будет где-то качать кабеля драйвера для кайбер. Для кабеля. Так, еще раз попробуем. Да. Оп, все, запустилось, кабеля установились. Ой, драйвера, говорю, кабеля. Все замечательно, программу можете Nokia Suitly не закрывать. Так. Все, вставили какие-то кабеля. Ой, кабеля, все, где-то кабеля. Драйвера для кабеля. Все, прошла прошивочка, ребята, смотрите. Так. Телефон у нас что тут? Светится, да, если вы видите. Идет прошивка, процесс. Экран у нас телефона засветился белым светом. Замечательно. Тут, видите, проблема только может быть с установкой драйверов. Если у вас телефон включаемый был, то проблем вообще нету. Программу, соответственно, Nokia Suitly установили. Там кабеля сами установятся. Вот, а так по прошивке тут сложностей в основном. Все, смотрим. Сейчас должен идти тест. Телефон, экран потухает. Все, да, вот написано. Local Nokia Test. Тестирование идет. Ну и все. В принципе, прошивка прошла. На экране Done. Вот здесь можете что сделать? Нажать и нормал включить. Все. Телефон должен перезагрузиться. Если он у вас не перезагружается, что вы делаете? Просто его берете, отключаете, вынимаете батарею. Сейчас я это за экраном все сделаю. Потом при вас его включу. Так, я батарею достал. Обратно вставляю. Вот. Так, и просто включаем его. Сейчас посмотрим. Теоретически должен завестись. Все, ребята, телефон прошит. Как видите, так, программу можно закрыть, она больше не нужна. Так, идет включение телефона. Inspect your device написано. Where? Так. Ну и все.
Дальше, думаю, дело техники. Выбираем страну, язык и погнали. Ну все, ребятки, спасибо за внимание, удачных прошивок. Всем до свидания. Подписывайтесь на мой канал, будет интересно.